Милые девушки, женщины, мы сегодня хотим сделать обзор, наконец-то, наш долгожданный, как правильно надевать бюстгальтер. Я в брафитинге 5 лет, и поверьте, еще ни одна девушка до конца правильно не надела при нас первый раз бюстгальтер. В первую очередь вы просовываете ручки в бретельки. Второе, что никто еще правильно не сделал, вам вот эту косточку нужно положить четко под грудь. Лайфхак. Лучше всего вам в первый раз наклониться вперед чуть, почти на 90 градусов, пока вы надеваете бретели, взять за косточки и четко положить под грудь кости, чтобы вы прям почувствовали, что ваша кость четко лежит на груди. Дальше мы застегиваем пояс. Проверяйте пояс, чтобы проходил 4 пальчика свободно. Смотрите поближе. Видите, у нас здесь образуются складки. И в первый момент кажется, что чашка подобрана неверно. Это далеко не так. Что нужно делать дальше? Вам нужно взять кость и отодвинуть ее четко до середины подмышки вниз. Ладошкой вы заходите прямо по чашку грудь, берете ее и центруете чуть вперед, чтобы складка здесь полностью разгладилась. Дальше вы проверяете, чтобы перемычка была плотно между грудью. Она не должна заходить на грудь, она не должна перерезать, передавливать грудь. Как только мы зафиксировали две косточки, зафиксировали пояс, который должен идти четко параллельно косточкам. Он не должен задираться и опускаться. Тогда мы понимаем, что пояс у нас подобран верно. Все, пояс мы зафиксировали всегда на первую, на самую крайнюю. Вы будете стирать, двигаться, дышать, пояс будет растягиваться. Мы сможем уже переставлять его, чтобы у вас был больше запас, чтобы вы смогли подольше походить, поносить бюстгальтер. И дальше мы уже регулируем бретели. Как это делается? 80% нагрузки всегда идет на пояс и только 20% на бретели. Но тем не менее эти 20% нагрузки всегда есть. Поэтому бретели у нас отвечают за высоту туловища. Видите, если... Ну, вот здесь на самом деле я бы чуть подпустила, не более 2 пальчиков. Сейчас мы получили правильную посадку. Ко мне очень часто приходят клиентки, у которых вот в этом месте между грудью и чашкой залом. В первую очередь это из-за того, что вы неправильно кладете косточку под грудь. Обязательно обращайте на это внимание. С вами был Бюст Клаб. Спасибо за внимание.